Лучший наездник этого города! Лень, ты серьезно? Ты не наездник, ты отстойник! Чего нафиг? Лень, ну тебе никогда не победить вот этого чела! У него 625 миллионов скорости! Не победить? Да легко! Эй, Лень, ты куда? Стой! 3, 2, 1, старт! Давай, конюшка! Блин, я что, проигрываю? Не-не-не-не-не-не, стой! Давай, скачи быстрее! Ну догони хоть кого-нибудь! Блин, нет, не может этого быть! Нет! Не знаю, насколько он там преуспевает, но с моей точки зрения, он еще даже со старта не сдвинулся. Владус, мне нужно срочно натренироваться! Пока! Куда пока? Стой, стой! Лень, ты че, какой натренироваться? Подожди! Давай! Конюшка! Беги! Давай! Шаг за шагом! К нашей цели! Ё-моё. Нет, это, конечно, хорошо, но самое время зайти в магазин и купить здесь кое-какой донат. И я сейчас за 149 робуксов куплю двойные победы. Ведь когда мы будем побеждать, а мы будем побеждать, нам будет даваться в 2 раза больше кубков. Ну и, конечно, мы сейчас купим двойную тренировку, чтобы в 2 раза сильнее и лучше тренироваться. А еще у нас уже есть готовые подарки, я их заберу и... 6 секунд для следующего подарка. Отлично, заберем все, что здесь есть и... Давай, конюшка, давай. Давай, скачи! Кар! Господи, что здесь опять происходит? О, мы уже можем сделать первое свое возрождение! Хотя я даже гонку ни одну не сыграл! Давай-ка мы используем двойные победы, двойную тренировку и... Обязательно досмотри этот ролик до конца, чтобы узнать, у кого будет больше скорости, кто будет самым прям лучшим наездником. И вот Леня вообще здесь ничего сделать не смог, а мы сейчас первого с тобой обгоним. Стой! Я тебя сам перегоню! Ага, сейчас, давай, ты посмотри, у меня как коняшка скочит. Ну ладно, на самом деле мы обогоняем только пока что одного чела. Это прям вот, прям маловато. Наша цель добраться до самого последнего, так, чтобы мы его обгоняли просто за секунду. Ладно, победы мы тоже получаем, проигравший у нас зачем-то бьет по коню. 5 побед мы получаем, плюс они у нас удваиваются, итого 10 за один раз. И, Леня, давай, конь, давай. Что-то не понял. Кар, я... Тоже не понимаю. Как ты перебрался сразу вот на эту дорожку? Что-то, подожди, мне даже на вторую пока что нельзя встать. А, точно, мы сейчас заберем питомца, который нам дает 120x, киберкот. Странное название. И у нас есть шанс получить, помни. Давай попробуем это сделать. Ну, вдруг повезет, я сейчас куплю это цирковое яйцо. Мало ли выпадет, помни, на 2000x. Давай, есть шанс, прям. Ну ладно, выпало лего, которое нам дает 80x. 80x тоже неплохо, мы сейчас экипируем и это. Так, Степа, давай с дороги. Кар, куда? Ну дай мне потренироваться. Давай вместе тренироваться, лап. Класс, отлично, вообще прям круто. О, стоп, я уже настолько сильно натренировался, что могу пересесть на эту дорожку, ё-моё. Мне кое-что сейчас приглянулось. Я пошел. А, стоять, ты чё это тут? Ой. Че это ты тут покупаешь, зараза? Amazing Store. А, вот оно чё! У нас уже другая лошадка. Да, что происходит? И здесь, ух ты, ё-моё. Нужно 900 тысяч скорости, чтобы апгрейдить лошадь все больше и больше. И здесь есть 2 супермашины, которые наверняка разные по стоимости. Одна стоит 99 робуксов, другая стоит 399. Это грабеж. Но так как она дает плюс 18 в секунду, конечно, надо ее брать. Но, возможно, сразу лучше взять и вторую. Давай посмотрим, сколько сейчас энергии у нас будет копиться. Чего? По 10 тысяч за секунду. Кто с моим конем? Остановись! Подожди, мне столько не надо, мне же нужно гонки проходить еще. Нет, понятно, что у меня сейчас 230 тысяч энергии. Мы можем уже практически, наверное, на любую дорожку сейчас залезть. И надо купить тропу, точно, чтобы бегать чуть-чуть быстрее. И да, опять у меня лошадь сломалась, да что ты будешь делать? Давай, погнали в гонку! Потом мы будем фармить питомцев. О, смотри, что происходит! Ладно, мы еще 3, как минимум 4 не догоняем, но зато мы бежим прям ровно посередине. То есть мы нафармились уже прям сильно неплохо. Вон мы, 6-е место. Сколько кубков? Сколько? 625 за один раз. То есть у меня сейчас 1500 кубков. То есть я сейчас могу сделать возрождение и... Чего нафиг?
ты что там творишь? Ну, как что творю, Лень? Я развиваюсь, между прочим. О, морозный олень. Кто такой морозный олень? Что это? Нам какие-то ежедневные подарки дают. А, это питомцы, неплохо. У нас сейчас, кажется, скоро откроется один новый питомец. Абсолютно бесплатно. Нам нужно сделать еще пару выигрышей, чтобы сделать еще один ребит. Давай, 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 давай. Блин, скорость у коняшки вообще бешеная просто. Хорошо, что она с ребитхом абсолютно нисколько не спадает. Та-дам! Победа! Снова 600 кубков, умноженные на 2, кстати. А сколько там у Лени кубков? О, у него скорость 1 миллион? Что? Леня? Давай, коняшка, беги! Пока. В смысле пока, Лень? Ты что там делаешь, а? А, он постоянно коня своего апгрейдит. Вот зараза шоколадная, он даже мне не говорит этого. Хорошо. Мы делаем еще одно возрождение. И погнали чуть-чуть нафармим скорости. Посмотрим, сколько скорости у нас будет вот с этим конем. Давай. Ух ты, господи, да, опять он сломался. Это гипер странно. Гипер странно на это наблюдать. О, подарки забирай. Стоп, мы только что удачу забрали. Неплохо, неплохо. Нам ее обязательно нужно использовать. А где она? Стоп, мы забрали удачу, а ее здесь нет. Ё-моё! Я все покупал это отдельно, а оно было в одном большом бонусе за 29 робуксов. Конечно, я куплю это еще раз. Тут же еще даже легендарного питомца дадут бесплатно. Как я так это не заметил? Объясните мне, пожалуйста. Вот, все, лего. Давай, мы сейчас этого не оборудуем, вот этого оборудуем. И, собственно, мы стали гораздо сильнее, естественно. Так, следующая лошадь у нас за 500 тысяч скорости. О, а еще сейчас... Я еще сейчас только что все то же самое бесплатно получил. Господи, зачем я потратил робуксы? Эта игра меня просто заскамила. Вот просто заскамила и все. Давай посмотрим, кого мы сейчас победим. На самом деле я практически не протренировался. И ха-ха, да. Тренировки нужно было больше, но... Но, если кликать на мышь... Стой, меня чуть не забайтили какую-то опку купить. Новое возрождение, поехали. Следующее возрождение за 500 побед, да что ты будешь делать? Давай еще раз, мне нужна еще одна победа. Блин, у Лени уже 13 миллионов скорости. Что происходит? Я должен его догнать. Только мне нужно два раза победить. Два раза и все, обещаю точно. После двух раз заканчиваем. Есть! Возрождение забираем. Скоро буду в тройке лидеров. Тройки лидеров? То есть ты сейчас занимаешь четвертое место? Ладно, я недалеко ушел, я пока что шестое. О, стоп! У нас есть телепортеры в следующие миры и... Третий мир — это цирк? Цифровой? Вау! Это прям круто, а еще круче, если я сейчас напишу код. Чего? В смысле код? Откуда ты код знаешь, Владус? Я тебе все равно его не расскажу. А расскажу подписчикам, ведь он у меня в телеграм-канале. Заходите в мою телегу, там много всего интересного. Давай посмотрим. О, мне 500 кубков дали. Посмотрим, что еще один код даст. Владус, у тебя что, еще один код? Да, Лень, отвали от меня. И чё? А что мне только что дали, я не особо понял, но пора тренироваться, потому что Лёня думает, что меня обгоняет, но... Сейчас я ему покажу, как надо обгоняться. Во! Плюс 13 тысяч, за одну секунду у нас идет фарм. Давай, нужно сейчас неплохо так фармиться и дождаться, собирать, пока мы фармимся все подарки абсолютно. У меня еще где-то удача была, я не понимаю, супер удача на 30 минут, но где она, где? Я ее даже ни разу не использовал. Зато у меня 6 двойных тренировок. А, вот, супер удача за 4... У меня 4 штуки. Все, я использовал. Неплохо. Ладус! Да что тебе надо? А мы можем кубков купить миллион. А что ты тут не фармишься на этом? В смысле, Лёня? Ну, я его не покупал, потому что... А ты купи слона. В смысле? Ты что? Ты что, купил эту дорожку? Все так говорят. А ты купи слона. Отвали от меня, Лёнь, пожалуйста. Ты меня подбешиваешь. Вали отсюда. Так, мы можем купить новую тропу. Нет? За 11 перерождений? Ё-моё. Сколько у меня перерождений? 6 перерождений. Да уж. Нового питомца мне дадут через 30 минут. А пока что у нас же мы все-таки удачу включили. Давай попытаем еще разок эту самую удачу. И может быть мне сейчас выпадет, помни. Мне выпала лего, которая дает 80 икс, она 12% шанса, 12. Ну хотя, кстати, это неплохо, но хотелось бы помнить. Она дает 2000 икса, это слишком дофига. Мы неплохо так нафармились, у меня уже 2 миллиона скорости. По сути, мы сейчас будем уже на 5-м месте, потому что у этого всего лишь 1 миллион. Но, конечно, мы забустим нашу лошадь. И мне кажется, этого маловато. У нас уже новая доступна. Неплохо, неплохо. Все, погнали сейчас проверим нашу... Ё-моё, вот что я забыл. Да. Ладно, пойдем немножко побед нафармим и как раз таки проверим нашу удачу, пока она не закончилась. У меня еще есть ровно 20 минут удачи, и она дает 800% удачи. Я не понимаю, как это работает. Мне кажется, это просто полнейший фейк.
Ай! Но вы досматриваете ролик до конца, потому что мне интересно. Леня неплохо так вырвался вперед, но я его догоню сейчас очень быстро. Я купил дофига доната, настолько много, что Леня даже представить не может. И у него 26 лямов скорости. Так, сейчас, секунду. Мне нужно открыть яйцо, а я не могу его открыть. Мне нужно еще пару раз победить. Секундочку. Ё-моё, да как он так вперед вернулся? Ты когда он успел? Я не понимаю, когда это произошло? Это бред какой-то, просто бред. Ладно. У меня есть план, у меня есть тактика. Просто нереальнейшая тактика. У меня же есть 28 минут, чтобы открывать все вот эти яйца и так далее. Пойдем скорее мы откроем то, на сколько сейчас хватит. Вот, за 9000. Леня уже тут как тут, зараза. Лего! И чё? 20x скинь? Давай, выпадай! Класс! Мне тут такое выпало! Чё тебе там выпало? Чё ты врёшь мне постоянно? Не, ну неплохо, мне постоянно падают леги. Единственное. О, возрождение, это мы делаем. Теперь пойдем бегом фармиться. И у нас есть один раз прокрутить спин. Я надеюсь, на него тоже работает удача. Давай, пожалуйста. Хочется, чтобы... 100 побед, серьезно? Это что за бред вообще? Что за бред? Какие 100 побед? Ладно, давай, тренировку. Погнали! Ну, чё ты, конь? Алло? Ты едешь? Нет? Кажется, я тут один тренируюсь, да? Без коня. Хлеб! Что хлеб? Ты сказал? Бред! И? Бред, это хлеб с английского! Пошел вон отсюда. Ладно, ты когда мне хлеб вернешь, а? Пошел вон тоже отсюда! Как с ними играть, я не понимаю. У нас уже куча питомцев, прям куча. Надо пробовать делать из них каких-нибудь золотых питомцев. Надо идти в кузницу или что-то еще. Я уже жду, когда мне дадут питомца на 120x. Это будет вообще прям кайф. А еще у нас есть рюкзак. И я пока что абсолютно не понимаю, что в него мы можем положить. А, стоп, мы можем купить дополнительный рюкзак. И... Стоп, у меня есть 8 чего-то. 2 каких-то пирамидки. И 10... Карт, что делать? А, стой! А почему я здесь без одежды? Я хочу с тобой сразиться! Леня! Ты не вытянешь, понял? Карт, да будет великая битва! Пошли или испугался? Испугался, да? Ванус испугался! Ах так, сейчас! Ванус испугался! Ах так, значит, да? Окей. Битву хочешь, зараза вонючая? Пойдем, начинаем! Эй, я с вами хочу! 3, 2, 1! Я забыл посмотреть, сколько у Лени сил было. Стой! Что? Как ты так быстро? Я не понял прикол. Лень! Та-дам! Победитель Леня! Зараза, он на одну секунду меня обогнал, как? Я не понимаю сейчас, это в чем прикол был. Давай новую лошадь мы экипируем. Чё за фигня? Подожди-ка, мне нужно кое-что проверить. Чтобы занять 4-е место, мне нужно 5 миллионов скорости. Сейчас, секунду. Ванус проиграл. Спасибо тебе большое, бро, все благодаря твоим робуксам. Да, стоп. Что? Ты что, за мои робуксы донат купил? Лошадь купил? Обалдеть, классно! Я ему, значит, робуксы даю, а он за них лошади поп... Ай, ё-моё, как он меня бесит. О, у нас есть квест, и мы можем реально здесь забирать практически все бесплатно. Да как так-то, а? Нафига я покупал весь этот донат? Я потратил кучу робуксов в самом начале, и я жду, пока мне вот это яйцо дадут бесплатно, чтобы я еще раз попытал удачу и выбил нашу помни. Посмотрим, что у нас здесь есть. Да, я передумал смотреть всякую фигню в магазине. Наконец-то мне дали питомца на 100x. Все. Сейчас дело пойдет. Ну, хотя у меня были на 80x, он так-то не такой уж и крутой. И... Давай мы вот что сделаем. На возрождение мне нужно всего лишь 7000 побед. Пока у нас есть все остальные, мы будем просто лупить яйца. Давай, сейчас посмотрим, что выпадет. Мало ли какая-то лего. А, ну какой-то редкий выпал. Я даже не увидел, блин. Ну нет, все. Эти питомцы, ну реально не тот уровень. Вообще не тот. Ну ладно, давай попытаем удачу. Но... Стоп, мне в прошлый раз отсюда лего выпало. Смотри, как я умею! Не я на лошади, а лошадь на мне! Ты чё, совсем уже головой ударился или как? Лень, ты чё? Короче, смотри, здесь у нас вот что есть. А, вот куда нужно тратить все эти карточки, которые мы получаем именно за победы. Понял? Ну и еще мы можем оборудовать питомца. Правда, у меня нет одинаковых. Самое выгодное по итогу сейчас делать кучу перерождений, потом идти в игры. И, кстати, сейчас я занимаю уже как раз-таки 4-е место. До первого мне осталось совсем чудо. Вон, смотри, ну троих нужно еще обогнать. Троих. Вон, со мной тягается какая-то зараза вонючая. За 6 секунд мы проходим уже целую гонку. Леню догнать не проблема. Опа! Ну и не забывай делать перерождение. Хотя мне кажется, что они реально так себе работают, если честно. Мы прошли какой-то квест, мы забираем 50 наград. Я не понимаю.
Тут столько всего бесплатно раздают, что вообще жесть. Зачем нужно было вообще сюда донатить? Давай, мне нужно сделать новое перерождение. Ведь дальше мы пойдем тренироваться. Посмотрим, сколько дадут нам в купе питомцы. Ну и все это остальное. Пора, так скажем, немножко потренировать коня. Давай! Ё-моё. Все, 10 миллионов! Я наконец-таки догнал Леню! Лень, ну че, смотри, я иду в гонку, сейчас я явно буду в тройке лидеров, погнали! Я займу либо второе место, либо... Что? Подожди. Стоп. Сколько ни клика, я что-то не понял сейчас прикола. Подожди. Мы занимаем также четвертое место, получаем 9000 кубков и... Кар! У Лени немножко больше скорости. В смысле больше? Больше, чем у меня 10 миллионов? Да! Ты что, думаешь, я испугаюсь? Лень! Лень, ты где? Ну, чуть-чуть больше. Ты что, уже цирковой мир открыл? 31 миллион скорости? Да. Пока. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас подписался на канал. Здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее. И если мы соберем кучу лайков, давайте 50 тысяч лайков, я делаю продолжение по этому режиму. Подписывайся, смотри следующий ролик. Ведь там-то Леню я выиграл. А сейчас я пойду тренироваться. Давай, нажимай на ролик. Вот он здесь, жми.